Какой тут мрак! Скоро! О, какой красавчик! И в штаны наложил. Оу, посмотрите, кто вернулся! Я же у малыша в квартире! У него дома прям под Новый год! Ну или уже, может быть, даже на Новый год. Так, ничего себе, как ты повзрослел. Привет, давно не виделись. Телек смотришь? Так, ну что, мне нужно подготовиться к Рождеству и ужину. Посадить малыша на стульчик. Ну пойдем, малой. Пойдем, мы тебя посадим на стул. Что у нас ты сегодня будешь жрать на Новый год? Интересно прям. Так, возьмите индейку в холодильнике. Нифига себе! Вот это у тебя праздничный ужин. Индеечку будем хавать с тобой. А как же сосочку, все дела? Так, на, индейку. Как ты будешь? Положите индейку в духовку. Ну да, сырую же ты ее не будешь жрать. Прости, пожалуйста. Где у нас духовка? Духовочку. Запихиваем. Закрываем. Все, индейка жарится, парится. Добавьте украшения на елку. Так. Пам-па-бам-па-бам-па-бам. А где у нас украшения, малой? Слышь ты? Украшения где у тебя дома? Так. Украшения на елку нужно добавить. Ну, а где они у нас? Ну, не в холодильнике же лежат, правильно? Елка. А, вот елочные игрушки, ребят. Вы что, мне не подсказываете? Так, зеленый. Так, давай еще какой-нибудь шарик добавим. Ну, давай вот сюда повесим. Давай нашу елочку так украсим. Так, неплохо. Ну что, не хватит, что ли? У тебя и так шикарная елка. Чем тебе не нравится, слышь? Ты что, прям хочешь все игрушки, все прям завесить хочешь? Блин, а что у меня одна игрушка разбилась? Возьмите звезду на чердаке. Так, погнали на чердак. Чердак наверху, походу, да? Опа, нифига себе, как я так резко. Пойдем сюда. Блин, что-то мне тут не нравится, а что так темно? Блин, слушай, я раньше у него не бывал на чердаке. Какой тут мрак! Посмотри, какие рисунки, ужас. Скоро. Какой-то подарок, смотри. Нифига себе, а кто здесь такой ужас рисует? Да, а что-то тут явно у кого-то с психикой ненормально, потому что рисунки какие-то депрессивные. Ну вот она звезда, давай берем звезду и сматываемся отсюда. Это что, клоун? Нет, непонятно, кто это. Ладно, я иду, несу звезду. Как у тебя там ужасно на чердаке, слышь ты, малой? Прям вообще. Вешаю наверх звезду, потушить огонь. Смысл? Блин, индейка горит. Ядрит, мадрит, а где у тебя огнетушитель? Ёперный театр. А, вот же он висит. Бегом. Я тут индейку сготовил. Чё? Ты куда делся? Не понял. Ладно. Индейка так-то остынет, слышь? Пока горячий. Ни хрена ты прожорливый. Уже пол индейки сожрал. И в штаны наложил. Ядрен батон, ладно, давай, ложись сюда. Так, надо рождественский костюм тебе найти и походу памперсы поменять. Так, я думаю, сейчас ты не исчезнешь, а? Чёрт, он сел, он лежал, он... Блин, ты какой-то магический, малой, просто. Так, ладно, найдите рождественский костюм наверху. Блин, я не люблю вообще ходить наверх, мне там не по себе сразу становится. Где может быть магический костюм? В шкафу у тебя где-нибудь? Это что за дверь? Наверху, рождественский костюм. В стиралке нет, ключ к тайнам. Что за книга такая? О, взять рождественский наряд. Это все? Это типа костюм? Наденьте наряд на ребенка. Да, это вон. Да это просто шапка новогодняя. Ха, и то даже какой-то гном или... Так, я все время уже пугаюсь. Ты где? Ты здесь, малой? Сиди, не упади, смотри, на. О, какой красавчик. Так, посадить тебя на стульчик. Пойдем посадим тебя на стульчик. Смотри, мне не исчезни. И индейку не ешь больше так. Не надо мне твои обсерушки тут делать. Приготовьте еще один рождественский ужин. Бросьте кость индейки в ведро. Че ты ругаешься? Ты только что пожрал. Все, индейку, до свидос. Так, а какой еще рождественский... Нифига себе, что с холодильником стало? Что здесь происходит все время, а? Ой, что стало? Ребята, я в холодильнике. Приготовьте еще один рождественский... А, блин! Ёперный театр! Ты кто? Ты что пуляешься? А, больно? Так, индейка. А, да ну вас нафиг, валите отсюда!
Все, я пошел отсюда, ребят. Блин, что происходит? Вы что, зверины? Да пошли нафиг. Да идите вы. Да пошел ты. Да крейзи. Да где выход? Да помогите кто-нибудь. Я с индейкой в морду тебе запулю. Я не знаю, что делать с ними. Они везде, они повсюду. Так, подожди. Я к доктору Плюш. Ай. Ай. Ай, больно. А если... Ага. А ну-ка иди сюда. На. Я понял. На. На. Есть. Одного завалили. Я понял. Надо снеговиков завалить просто. А подожди. Все, больше их нет. Я вышел в подъезд. Ну, судя по всему, мы с тобой в подъезде. Там малой орет, кстати. Он прям дико кричит. Это моя дверь? Заперта. Да, индейка, что ты все время падаешь? Где мои двери? Вот они. Прожорливый ты мой. Сейчас, подожди, я индейку запихаю. Сейчас. Я поставлю ее снова готовить. Так, все, приготовьте еще один рождественский ужин. Проверьте, где ребенок. Найдите ручку от игрушки в коробке наверху. Вот этой, от вот этой вот игрушки ручку нужно найти в коробке наверху. А вот она. Но она не в коробке, она на кровати лежит, как бы. И что? Вставляем? Типа покрутить надо? Заведите игрушку. Мило, очень мило. Так, давай лучше двери закроем. А! Блин! Ты что, придурок, что ли? Что тут делаешь? Ты как туда забрался вообще? Так, там, походу, индейка уже готова. То в этот раз вроде бы пожара нету, а я ее пережарю. На, хавай. Пора за стол, сядьте за стол. Да наконец-то, хоть мне можно отдохнуть да поесть. Рождественский ужин. Да ты сатанист. Он меня что, убил? Откройте рождественские подарки. Машинка. Самолетик. Пистолетик. Ну и последний. Мячик. Клево, спасибо. Пойдем спать. И мы баю-баю-бай, ты, малышек, засыпай. Так, где твоя кроватка? Давай-ка, малой, все, вали. Какую нужную игрушку еще? Где у тебя нужная игрушка? Вот это будет кукла? Нормально? Все, закрыть дверь сказали. Посмотрите телевизор на диване. Почему я живу какой-то с заданиями все время из жизни? Может быть, я не хочу смотреть телевизор? Там какой-то снег с огнем показывают. Че? Котяра, кошара, ты кто? Куда пошел, индейку хавать? Опа, смотри, лапки куда-то ведут наверх. Следуй за черной кошкой. Слышь, ты куда идешь? Ой, блин, начинается. Ну давай, напугай меня как-нибудь. Ну, и что ты будешь делать? Чё? Это в смысле какой-то потайной мир? Нифига, все подарки засасывают. Блин, опять ты здесь. Что происходит? Подарки теперь доступны во всех главах. Веселых праздников! Сезонный контент теперь доступен во всех главах. Узнай, куда ведет вас черная кошка в марте 2023. Вау! Круто! Мы прошли новогоднюю версию игры Yellow Baby, желтого малыша. Слушай, ну круто, необычно, прикольно, мне понравилось. Если тебе тоже понравилось, поставь этому видео обязательно лайк и подпишись на мой канал. Ну и мы с тобой встретимся, конечно же, в следующем видео. До встречи, всем пока!